всем большой привет. Покажу много-много коробочек от Faberlic. Два заказа, наверное. У меня один с прошлого каталога, когда была распродажа бытовой химии. Извиняюсь за шум, у меня тут соседи строительством занимаются, не могу никак подобрать время, чтобы снять. А снять нужно и нужно раздавать, поэтому не обессудьте, если шумы от трактора будут. Итак, в первую очередь заказала вот такую сковороду Wok. Это по распродаже, да, у нас бытовая химия там была в прошлом каталоге. Вот так она приходит, коробочка вот такая вот. Такая информация у меня уже есть из этой серии. Несколько сковородок, мне кажется, все я брала от маленькой до самой большой, и все очень нравятся. Действительно классное покрытие, нравится, да, пользоваться. Маленькая идет в ход, и самая большая идет в ход, когда жаришь вот что-то такое много, да. А средняя как-то, вы знаете, вот не так сильно идет в ход. Вот не знаю, как насчет Wok, будет ли она там у нас пользоваться спросом. Так, все упаковано. Ну, я думаю, что будет. Видите, да, все упаковано замечательно. Так, как мне тут вытащить пакетик? Такая она классная, без крышки. Без крышки. Ну, крышка у меня есть, крышек полно. Я от Faberlic тоже покупала, такие универсальные, силиконовые очень. Ну, достаточно хорошего качества, и стеклянные у меня есть с прошлых сковородок, тоже все подходят, пользуюсь. Вот эта вот ручка, она, в принципе, она нагревается, но мало нагревается, не так сильно, как обычные сковородки, то есть хватать можно, не обожжешься. Вот, поэтому я хватаю даже без тряпки. Вот такой. Достаточно такая тяжеленькая, тут, наверное, алюминий. Такая вот информация. Energy Saving Induction Bottom, в общем, для всех, и для индукционных, газ, и для керамики, да, и еще какой-то, в общем, для всех видов. И Греблон Non-Stick, Германия, технология, в общем, классные сковородки. У меня есть, конечно, Wok, такая, из нержавейки сделанная, но не всегда хочется нержавейку использовать. Хочется по-быстрому, чтобы вот как-то вот... А эти сковородки именно они прожаривают очень быстро. Пока там эту нержавейку, да, разогреешь, пока чего, в общем. Иногда к ней прилипает что-то, что там бывает такое. Вот, а это классная такая серия. Убираю. И давайте смотреть. Здесь в основном в этой коробке у меня одежда, обувь. Решила взять, тоже была распродажа одежды. Я ее не прошла мимо. Такие вот розовенькие себе взяла. Тоже 39 размер. У меня такие есть и цвет охра, и белые с черной полосочкой. Все ношу. Очень удобные, классные. Поэтому решила, думаю, какие брать, голубые либо розовые. Все-таки взяла розовые. Хотя голубой одежды у меня тоже достаточно много. Вот. Буду носить. Здесь у меня голубая одежда. Пошла это шорты. Элечку взяла и эмочку. Буду мерить, какая лучше подойдет. Вообще классно сделаны шорты. Я уже там посмотрела в офисе. Я два жакета еще брала, один примеряла. Там эльку, жакет голубой, оставила там на возврат, потому что великовато. А эмка сел хорошо. Вообще вот эта серия, она как бы больше мерит. Потому что и брюки у меня, вот я брала такие, они большемерки. Тоже на размер меньше брала. А так вообще я вот смерила, М-ка и Л-ка особо ничем не отличаются размеры. То есть прям вообще, вот я не знаю, миллиметр какой-то там чуть-чуть меньше М-ка, чем Л-ка. Поэтому буду мерить. Вообще качество классное. Смотрите, плотный такой материал. Приятный такой на ощупь, как будто бархатистый какой-то. Ну все. Дико извиняюсь. В общем, на лето я посмотрю, может быть, оба размера оставлю. Мне шорты вот всегда нужны, я люблю их таскать. Так. Это вот жакет. Оставила М-ку. У меня есть такие брюки, да, голубые, тоже вот планирую
с ними носить. Ну, видите, цвет отличается. У брюк и у жакета он как бы серо-голубой, а шорты, они прям голубые. Так. Они вот так вот сделаны. Тут резинка на рукавах. И резинка, видите, идет по талии сзади. Именно сзади только. Вставленная. Я, конечно, думала, что... Ну, он будет такого прямого силуэта, но нет, он такой приталенный за счет этой резинки. Ниточки тут везде, потом уберу. В общем, вот кармашек. Такой жакетик на молнии. Молния как бы скрыта будет. Но я примерю, когда с брюками, с голубыми, я, возможно, вам покажу отдельным видео. Вот. Плотный такой, на прохладу, захотелось мне по распродаже взять. Так, и вот такие вот белые шорты, как голубые, только белые. Не буду открывать, тут вдруг замараю, буду мерить. В общем, захотелось мне и белых, и голубых. Хлопок, полиэстер и спандекс. Так, в этом заказе у меня еще, наверное, консилер, да, или что это? Какой-нибудь срок годности там выходил у консилера. Да, вот такой вот. В 21-м году сделал наш, конечно, выходил. А какой оттенок, я не знаю даже. Тут что-то... А, 64-76. Так, ну консилеры всегда мне пригождаются. Кстати, у него удобная такая кисточка. То есть не носиком, а прям кисточкой. Такая кисточка спонжиковая. Ну, вроде оттенок нормальный. Так, что по чеку? Консилер 73, джемпер 1600, один я, значит, сдала, шорты 1279, 3 штуки, кеда 1600, доставка 150. Так, убираем одну коробочку, достаем вторую. Здесь я уже тоже набрала по срокам годности и консилер один, и бронзеры, и хайлайтеры. Они были по 36 рублей. Ну все, все заговорили, еще и громкоговоритель. Вот такое у нас безобразие творится, ничего не поделаешь. Пробников или это не пробники? А, это монотени, они тоже были по срокам годности, смотрите какие. Так, как показать? Матовый 58-36. Ну вот так вот раздарю девчонкам за заказы, пока срок не кончился. Там до сентября, что ли, у них или... до какого-то. В общем, пусть попробуют. Самой оставлю один себе. Пусть, ну, тоже попробую. Естественно. Так, давайте-ка заканчивать шуметь. Вот. Это у меня тоже, наверное, да, консилер? 64-76 консилер. Потом такие дезодоранты для обуви шли по хорошей цене. И я взяла несколько штук. Три, наверное, да, штучки взяла. Пасту одну решила еще взять, пусть будет. В принципе, мне понравилось, хорошо так очищает. Вот стекло в бане мне хорошо очистило. Вот такой себе взяла попробовать, пока акция была, да. Одно мыло взяла, вот такое алоэ было по акции. Так. Пятновыводитель, да, я активный кислород. И вот такие порошки, наверное, 4 у меня. И 2 для цветного они были по 400, что ли, рублей. Соуяун с пятновыводителем. И, ну, просто, наверное, универсальный. В принципе, я пробовала уже и на данный момент стираю. Хорошо отстирывать, мне нравится. И аромат у него такой хороший. Правда, я все равно добавляю всякие и... парфюм для стирки добавляю, и кондиционер добавляю, чтобы мягкое белье было. У меня все ароматы смешиваются, получается прикольно.
В общем, вот, это по бытовой химии у меня заказ. И остались у меня, значит, вот такие вот в этом каталоге очень много акций. Девчонки, обязательно регистрируйтесь. Я, конечно же, все расскажу вам, как и что там. Если будут вопросы, обращайтесь. У меня и в телеграм-канале со мной можно связаться, и ВКонтакте. В следующем каталоге будет вот такой подарок. Мусс-паста и для мытья посуды. Кстати, для мытья посуды я тоже взяла в этот раз. Что у нас тут еще будет? Распродают вот, наверное, вот такие вот парфюмы. Ну, они очень, конечно, не стойкие, поэтому я их не беру. Так, что у нас по новинкам? Блески, по-моему. Так, распродажа помад, видимо, будет, да? Ну, тут бытовая химия. В принципе, цены всегда одинаковые. Вот у меня такая же тоже серия есть, пользуюсь. Вот, кстати, D3 появляется. Будет 300 рублей. Вот так вот. 300 рублей. Масляный раствор 500 мев в одной капле. Вот. 300 рублей недорого, да? Витамин D3. Сейчас его можно получить в подарок. Но если у вас есть такой консультант рядом. Потому что только в руки дают такие подарки детям до 3 лет. Мне вот еще 2 флакона надо отдать. 2 флакона я отдам. Так, 135 у нас опять мыло Витамания. Народную серию, видимо, распродают, что ли. По 139. Бонус крем для ног 90. Сейчас вот зубные пасты дают. Тоже я набрала, и у меня еще один заказ идет с зубными пастами. На 30 килограмм. Ну, пока дают, надо брать. Все равно мне эту серию разбирают. Я и сама крапивный шампунь, например, распочухала. То есть мне нравится, как он бьет мои кудри. Медовый мне не очень понравился из-за аромата. Очень аромат, знаете, такой мед, прям такой химозный мед. Ну, в принципе, как сам шампунь, ничего, нормально, хорошо промывает. И муж даже пользовался, но вот аромат на весь дом. Реально. Так, ну что, тут скидки, все как обычно. Вот я что-то смотрю, не знаю, надо все посмотреть. Вот одно и то же не люблю смотреть, честно. Вот каких-то вот акций интересных очень редко бывает. Вот в этом каталоге, да, интересные акции. Пробники, как всегда, приходят, в общем, в коробку. Потом посмотрим. Ну, что я заказала по этой акции? Вот такую маску взяла, наверное, несколько штучек. Одну себе оставлю, а может быть и все, если никто не спросит. Буду пользоваться разогревающей маской. Смотрите, какая она большая. Для всех типов волос, состав, вода, тетиарил, алкоголь, цитримониум, хлорид, глицерин. Но все-таки, ну, не знаю, какие-то экстракты. Ну, обычный, наверное, состав с химическими элементами. Вот. Значит, маски. Давайте я вот здесь покажу, потому что не буду я их вытаскивать. В общем, у меня здесь и гели липовый цвет, и земляника, и шампуни алоэ, и крапива. Уже несколько отдала. Я 4 шампуня, наверное, уже отдала сейчас. Вот. Не знаю, нормальная серия. Земляника пахнет очень, кстати, вкусненько. Земляничка сейчас на лето очень хорошо. Нормально. Аромат такой, ну, химозный немножко, но нормальный, прям хорошенький. Липовый цвет, мне кажется, больше, ну, можно и сейчас, можно и зимой, когда угодно. Но он больше медовый какой-то, на зиму лучше, наверное. Ну, в общем, получила я пасты. Смотрите, сколько много, да? Я даже не знаю, сколько у меня их тут. Я тут еще крем для рук заказывала. Один, наверное, тоже пасту дали. Давайте посчитаем ради интереса. Так, вот прополис. Кстати, прополис я пробовала сейчас у меня.
в использовании прополис. Нормальная паста, очень хорошо освежает. Нет, не жидкая, я не скажу, что жидкая, нормальная, на щетке никуда не утекает. И приятная, комфортная, освежает, даже рот освежает, я не думала. И не очень такой сильно выраженный запах меда, это хорошо. Значит, раз, два прополис. Так, это у нас крем для рук Пантенол. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пригодятся. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот я вижу, я еще бальзамчики вот такие на пробу взяла. 3 штучки, наверное, тоже. По срокам годности лак, вот такой с блестками даже. Вот. И праймер какой-то для ресниц. Я ни разу его не пробовала, для ресниц праймер. Посмотрим. Так, ну и один бронзер по 20 рублей, наверное, затесался. И вот в этом пакете у меня то, что я взяла по VIP-скидка. Сейчас доступно 3 скидки. И я их на БАДы потратила себе. Думаю, куда тратить. Потрачу на БАДы. Поддержка зрения. Пусть дети у меня пьют. Ходили к офтальмологу. Зрение у них, конечно, упало очень сильно. Вообще у нас у всех единица. Вот. И у них была единица. А сейчас у них минус 1,5. Вот пришлось очки купить. 15 тысяч потратили им на очки. И буду их кормить витаминами. Может, все-таки поможет. Слава богу, трактор замолчал. Здесь у нас какой состав? Буду давать голубика, тагетис, прямо стоячие цветки. Это экстракт лютеин, зеаксантин, бета-каротин, витамин А, перец черный. Ну, в общем, такие, да, хорошие витамины как раз для глазок. Надо было мне 2 заказать, одну, в общем, по одной им. Может быть, еще потом закажу. Да, пусть вместе начнут, а потом я еще баночку в следующем месяце по ВИП возьму. Поддержка печени тоже я иногда и детям даю. Здесь у нас расторопша, опунция, аскофилум, эльцистеин, витамин Е. Вот. Ой, чихнуть хочу. А это антиоксидантный комплекс. Тоже его раньше брала, пропивала. Извиняюсь. Антиоксидантный комплекс нужно, мне кажется, прям очень часто пить, потому что, ну, свободные радикалы, они у нас постоянно появляются от всяких вредных продуктов, экологии, все такое. Здесь у нас черника, асаи, витамин С, Е, сафора японская, это кверцетин и рутин, перец, астаксантин. Вот, и маски еще 3, значит, 5 масочек я взяла. Ну, хорошо, пусть будет 5. А, Пантенол еще один. Значит, 2 крема я взяла вот таких. Ни разу не пробовала как раз. Правда, у меня крема целая куча, ну ладно. Здесь у меня бытовая химия. Да, по чеку, что по чеку. Ой, чек большой, конечно же. Ну вот, крем Пантенол. Они были по 73. Поддержка зрения 780, поддержка печени 960, антиоксиданты еще 200, зубные пасты по рублю, двойной кальций, так, 31 должно быть паста, у меня почему-то меньше, да, сейчас еще посчитаю, то есть у меня должно быть 31, гель для душа 5 липовых цветов, 1, 2, 3, 4, 5, земляничный 5. 1, 2, 3, 4, 5. Крапива 5. 2 я уже отдала еще. Вот тут 2, 3 и алоэ 2, 3. 2 отдала по 5. Репейный бальзам 3. Маска 5. Пробники Vent Adventures.
мужская 15 рублей, бьюти-кафе без лилиаля 20 рублей, пуртужур без лилиаля, раньше были с лилиалем, лилиаль, как вы знаете, запретили у нас в этом году, и все парфюмы с ним изымают, поэтому делать стали без этого компонента, считается, что он вредит эндокринной системе, вот так вот. Раньше было можно, сейчас нет. Раньше никто об этом не задумывался, да? Брызгайтесь. А сейчас нельзя брызгаться стало. Так, Листет мужской 15 рублей. Пульс без лилиали 15 рублей. Ланселот без... Смотрите, сколько лилиали было, да, в парфюмах. Практически в каждом. Даже в мужском. То есть это аромат лилии. Джентльмен 15 рублей. Буст My Lash Primer для ресниц 36. Жидкий бронзер 21. 7 купонов, лак для ногтей 36, каталог 25, оплата 150 доставки. Я хочу посчитать зубных паст, сколько у меня. 31 должна быть, мне кажется, что-то я меньше посчитала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. А, 4-то я отдала, это 32. Мне даже одну лишнюю положили. Вот так вот. 4-то я уже отдала с шампунями. То есть у меня даже одна лишняя была. Потому что я отдала 3 кальция и 1 прополис отдала. Вот так вот бывает. Видимо, им паст некуда девать. Они даже могут сверху положить. Так, прополисов у меня 10. Если я 1 прополис отдала, у меня должно быть здесь 9. А у меня раз. Девчонки, я задолбалась считать, но надо. 2. На камеру. 3. 4. Блин, нет, это не лишнее. Это пантенол, крем для рук. У меня 3 штуки было. Знаешь, все правильно. Все, 31 штука. Не буду даже считать. Вижу, что пантенол я сюда закинула. Значит, у меня 3 крема было пантенолом. Все правильно. Ничего они лишнего не положили. Ну вот, главное убедиться. Замечательно. И вот следующее, значит, у меня бытовая химия. Так, как бы мне ее... Значит, у меня здесь несколько средств для стекол и зеркал. Вот концентрированное моющее средство для кухни. Рефрешер, универсальное антибактериальное, я его добавляю в робота, в общем, пусть моет, да, цветочное облако, спрей, спрей для очищения ванны, душевых кабин для акрила, у меня он не нравился, потому что приходил вонючий очень сильно, и говорят, его поменяли, вонючий больше не приходит, вот хочу убедиться, но я сейчас одной рукой, наверное, его, давайте попробуем. Открыть. Открылась. Сейчас послушаю. Вонючий. Почему мне так не везет? Вот все равно он воняет. Может, кислоту, а так пахнет. Муравьина или какая-то там содержится. Вот, реально как-то вот пахнет невкусно. В общем, не знаю. Не буду больше его брать. Не нравится мне запах. Так, Нироли гибискус, кондиционер Сауян. Вот такой вот гель морской, очищающий для туалета. Многие жалуются, что какие-то у них хлопья. У меня никаких хлопьев нет, но да, он может окрасить ёршик. Вот очень зеленый такой. Мне тоже он не нравится, но уж ладно, был по скидке. Я его, наверное, 2 вот взяла. Да? Или 3. 3. Может, кому-то понадобится. А так у меня, в принципе, не знаю, никаких хлопьев нет. Так, кумквата питая для мытья посуды. 1, 2, 3.
три штучки. Средство вот это мне нравится для очищения ванной комнаты. Биосредство моющее универсальное Гринли для жесткой воды. Акваспрей. Тропический, да, бриз. Ну, в общем, и все. У меня тут, в общем, кондиционеры и для мытья посуды. Вот такой у меня был огромный заказ. Быстренько вам показала. Не буду все это по каждому продукту объяснять, да, там, для чего и как, все уже знают наизусть. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, конечно, пишите в комментариях, задавайте, я обязательно отвечу. А так, вот, крем Пантенол у меня, три, да, их три. Баты, а, это я показывала, да, или нет, не показывала? В общем, это я, наверное, показывала, да? А где чек у меня? Вот, чек у меня еще есть на бытовую химию. Вот у меня еще был дневной крем под заказ, Oxyology. Концентрированный дезодорант для обуви по 207. Стиральные порошки почти по 300 мне вышли. Пятновыводитель 244. Кондиционеры по 140 мне вышли. Для мытья посуды 140, паста 184, спрей для стекол 147, 5 штук. Для очищения акрила 118, универсальный 73, пятновыводитель, спрей 88, мыло 88. Чистой кухни 118, ванная комната 3 штуки 118, рефрешер 118, гель 118, для туалета 3 штуки, акваспрей освежитель 88, цветочное облако. Монотени по 36, 5 штук. Хайлайтер 5 штук по 36. Бронзер 5 штук по 36. Консилер 2 штуки по 73. Сковорода 2814. 150 рублей доставка. Все. Все рассказала. Быстренько показала. Иначе у нас тут с вами затянется. При шуме это не очень хорошо. Всем прекрасного дня. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. За поддержку. Пока-пока.